Месседж симпозиума – это мир во имя жизни. Эта скульптура, она посвящается такому, так скажем, прото-грузину. Грузия по-грузински – это Сакартвело, от имени Картлоса. То есть Картлос, Сакартвело, как Хайк, Хайстан. Я решил сделать голову, портрет Картлоса. Вот, и надеюсь, в следующем году получится сделать портрет Хайка, и они будут смотреть друг на друга и взаимодействовать. Вот ваша скульптура меня чем заинтересовала, что вы взяли постамент, на котором, да, стоял... 35 лет он здесь пролежал, можно сказать, провалялся. А стоял он вот здесь, вот в центре Паракара, на этой площади. Но это не только моя идея была, это было совместное размышление, было с министром социальным, с Нареком Мкритчяном. Это часть постамента, на котором стоял Микоян в центре этой площади. Вот. И к Микояну у всех разные отношения, но у меня в целом к коммунистам не очень хорошие отношения. Поэтому я как бы старое попираю еще более старым. А его имя Микояна, оно на самом низу. Да, это была такая общая наша такая идея. Переписать историю, наверное, невозможно. Вы не считаете, что все-таки немного варварское отношение? Вы знаете, смотрите, во-первых, варварское отношение уже случилось, свершилось, потому что мы же памятник не срубили, памятник уже срубили до нас. Там валялся просто часть надписи Микояна, постамент. То есть варварство было его держать столько лет там, если уж на то пошло. Вот. А мы, наоборот, придали ему новую жизнь. Знаете, если, ну, как Иуда, очень важная часть истории человечества, так же и Христос, Иисус Христос важная часть. Без и Христа не было бы Иуды, без Иуды не было бы Христа. Они взаимодополняют друг друга. Вот. А если рассуждать про личности, про вообще коммунизм, про Микояна... То, что про Сталина тоже, про пожалуйста. Про Сталина в первую очередь, как про апогей вообще всего отрицательного, на мой взгляд. Моя семья пострадала от Сталина. Мой дедушка был, прадедушка был расстрелян, его расстрел был подписан лично Сталиным, так как он был близок с меньшевиками. Вот. Я не верю в злого человека, которого нужно уважать за то, что он несколько добрых дел сделал. Вот. Он построил империю. Империя всегда строится на крови. Не всегда она, наверное, строится, но не на нас, не настолько. Не настолько, как это произошло. Я вообще против империи. Я за маленькие, счастливые, уютные, комфортные страны. Империя нужна, чтобы завоевывать. А зачем завоевывать чужие земли и чужие дома? Можно просто в гости друг к другу ходить. Зачем вламываться туда? Это, ну, мое личное мнение такое. Поэтому я против империи. Я за простые радости, вот как сегодня у нас. Как вы считаете, искусство может спасти мир? Красота может спасти мир, там, где живут политики. Вы сейчас меня об этом спросили, у меня мурашки по коже пошли, потому что несколько лет назад не стало моего любимого композитора грузинского Гия Ханчели. И он в одном из последних интервью говорил: музыка и искусство не может спасти мир. Если бы искусство и музыка могла спасти мир, разве музыка Баха и Бетховена, Генделя, который очень сильно увлекался, и Адольф Гитлер, Сталин, у него был потрясающий тонкий вкус, и он писал потрясающие стихи, тогда бы этого всего не было. Но я думаю, что искусство может сохранить человеку человечность. Может быть, оно не может спасти человечество, но человечность сохранит. И пока один человек по земле ходит, который испытывает мурашки от музыки или от произведения искусства, то у человечества есть надежда и шанс, да. Вот. Но я верю в лучшее. Я вообще оптимист. Я сам из города, из Сухуми, я знаю, что такое война и что такое сидеть под бомбежками. Моими первыми игрушками были гильзы от автомата Калашникова. Но в моей семье всегда царила любовь и уважение, никогда не было ненависти, за что я благодарен очень своим родителям, что они не навязали нам ненависть к врагу условному. Вообще врага сложно найти. Не всегда это тот, кто в тебя стреляет. А что вы думаете об этих конфликтах, войнах, то, что сейчас происходит? Я думаю, что они должны прекратиться. Я думаю, что нет практически ни одной причины, чтобы люди враждовали и воевали. Ничего дороже человеческой жизни не может быть. Если есть хотя бы одна возможность предотвратить это нужно предотвращать. Люди, понятно, всю историю они воюют, убивают друг друга, какие-то свои вопросы решают. Но мне кажется, сейчас самое лучшее время, чтобы это прекратить. Прямо вот сейчас. Прекратить воевать и враждовать. Прямо сейчас
простить друг другу все. Я романтик и оптимист. Я оптимист, я за любовь и за мир во всем мире. Не такой, я не такой святоша, там, буддист, который ходит, да, я тоже эмоциональный человек. Мы можем ругаться, можем спорить. Армяне могут говорить, мы построили Тбилиси. Грузины могут говорить, мы сделали. Мы можем спорить, устраивать философские какие-то дебаты. Вообще Тбилиси был 3-4 раза полностью с лица земли снесен. Самое старое здание, кроме храма в Тбилиси, ему 150 лет, поэтому... Естественно, там в Тбилиси жило очень много. У нас многоконфессиональный город. У нас есть и еврейская синагога, и мечеть, и армянские церкви, и грузинские церкви, и русская церковь. Вот. У нас всем найдется. Ну, может быть, вам не понравится, но сносили же армянские церкви тоже, да, было же, вы знаете. Нас сносили и армянские, не в советское, дальше уже было тоже. Да. Много чего происходило. Вы знаете что? Я не знаю, как вот армяне думают, но для меня, если ты родился с грузинским именем и фамилией, ты еще для меня не грузин. Чтобы стать грузином, для меня, мне кажется, для армянина также, это нужно заслужить. Грузин – это не кровь и не паспорт, это образ жизни. Вот. И настоящий грузин, хороший, он бы никогда не снес армянскую церковь. А если это сделал по национальности грузин, то я официально перед вами его исключаю из ранга грузинов. Потому что хороший, правильный грузин этого бы не сделал никогда. Про наш конфликт что вы думаете? Вы знаете, у меня очень много, я был в Гюмри на симпозиуме «Царство ему небесное», там был такой Альберт Саркисян, который воевал в Карабахе, у меня очень много разных друзей. Я, так как человек, который сам из эпицентра конфликта, я всегда к чужим конфликтам с огромным уважением отношусь и никогда не высказываю свое мнение, только спрашиваю. Потому что мне самому надоело, когда многие сторонние люди дают оценку, вот вы сделали то, вы сделали так, откуда вы знаете, если вы, ну, секунду не были там. Поэтому я не могу давать каких-то глубоких. Я знаю, что на территории Карабаха, на территории, да, там огромное количество древнейших памятников архитектуры Армении. Для меня это, ну, ответ на все вопросы. Я знаю, что в советские времена огромное количество армян жило в Баку, и вот Альберт Саркисян, он бакинский армянин. Я знаю, что в Ереване жило много азербайджанцев. Я знаю, что не было такого конфликта и ужаса такого не было. А откуда это все взялось? Можете, я думаю, что вы сами можете себе ответить на этот вопрос. Из пустоты, из воздуха такие конфликты не берутся. Я абсолютно убежден, что это инициированный конфликт, что он искусственно созданный. Точно так же, как и конфликты в Грузии, на территории Грузии. Точно так же, как и конфликты между осетинами и ингушами, например. Да? Это все искусственно созданные конфликты. Единственная наша возможность спастись от этого – это образование. Я считаю, что искусство и образование, когда человек умен и образован, его очень сложно натравить. Зло порождает зло. Вы понимаете, в моем доме, в Сухуми, живут другие чужие люди, они заняли этот дом. Этот человек моему отцу позвонил и сказал ему, вы знаете, я хочу купить у вас этот дом. Они незаконно его заняли. Мои дети, говорит, привыкли к нему. А мой отец ему сказал, он 20 лет этот дом строил. Он говорит, если я буду умирать даже с голоду, я никогда, моя родина не продается. Ты думаешь, мои дети к этому дому? Я бы, например, в чужой дом не зашел бы жить. Чужие вилки, ложки, чужие вещи бы не стал брать. Для меня это невозможно просто. А около полумиллиона грузинов сейчас живут вне своих домов. Если вы поедете в Абхазию, вы увидите сотни, тысячи пустых домов, заросших, где никто не живет. Я всегда спрашиваю у моих знакомых русских, которые, кстати, незаконно пересекают границу со стороны адлеров. В Абхазию, в Грузию надо поезжать только со стороны Грузии. Я спрашиваю, а как вы думаете, почему эти дома пустые? Ну хорошо, эти заняли. Какие люди, что за люди там жили? А там жили мы, между прочим, там жили все. Там было из 100% населения, где-то около 50% были грузины, были и армяне, греки, русские. Вообще Сухуми и Абхазия, это был такой регион, он всегда был очень мирный, там всегда любовь царила. И сейчас много армян. Кстати, практически стал президентом самопровозглашенной Абхазии армянин. Вот. Но я надеюсь, что когда мы туда вернемся, а мы туда вернемся, вот, не будет никакой мести, никакой ненависти. Мы просто все это забудем, как страшный сон, и ради наших детей, ради нашего будущего сядем и договоримся, что мы не вспоминаем то, что было, и продолжаем жить. Это единственный выход.
был симпозиум в Шуши, и потом вот... Огромное количество вообще скульптур было снесено. Это на самом деле... Это ужасно, когда страдает архитектура, когда страдают невинные люди и невинные предметы искусства, вообще все, что тут ни при чем. И уничтожать архитектуру и скульптуру — это не от далекого ума. Это не очень, мягко говоря, правильно. Ваш месседж армянам? Мой месседж армянам — консолидироваться. Такой же точно месседж, как и грузинам. Знаете, в Грузии и в Армении, мне кажется, одна проблема. Любого останови, и он знает, как правильно, как нужно. Вот. Любой таксист знает, как нужно построить министерство, понимаете? Мне кажется, мы должны все заниматься каждый своим делом и помогать друг другу. Если кто-то ошибается, где-то кто-то споткнулся, не толкать его дальше, а поднять его и... помочь ему. И эта любовь, которую ты ему подарил, может быть, даже незаслуженно, да, она сделает его лучше. И тогда мы все друг друга лучше сделаем.